Приветствую вас и причин у ситуации, которую вы описываете, может быть несколько. Первое, это то, что мужчины, которые с вами знакомятся, просто-напросто не могут, не умеют, не считают для себя возможным дружить же с женщиной. Ну вот, такой круг мужчин, что они вас воспринимают исключительно как свою спутницу жизни, как вторую половинку и прочее. Не могут они привыкнуть. И здесь вам ничего нельзя сделать, потому что это такой круг людей, круг общения, социальная среда. И если вы хотите дружить именно с мужчиной, то вам необходимо, ну, искать в другом месте, и желательно искать тех, кто, у кого уже есть отношения. То есть, чтобы знакомились с вами, мужчины, будучи уже сами в отношениях. Это не то чтобы справедливо, но это повысит ваши шансы на то, чтобы дружить с человеком. Вторая причина, по которой может такое происходить, это ваше поведение. То есть что-то в вашем поведении есть такое, что мужчину наводит на мысль о том, что вы не против с ним вступить в близкие отношения. И тогда, я думаю, нужно анализировать, как вы себя ведете мужчинами, как вы одеваетесь, это тоже важно, потому что мужчины любят глазами, и что вы говорите, как вы общаетесь, как вы строите общение, потому что у мужчины и у женщины, к счастью или к несчастью, разные восприятия. Если вам кажется, что вы общаетесь с ним исключительно как другом, мужчина в это время может думать, что вы проявляете к нему свою симпатию. То есть здесь необходимо анализировать ваше поведение, ваше общение. И более правильно, более четко, более грамотно устанавливать границы. Границы личные. Чтобы мужчина знал, изначально чувствовал, что за нее ему доходить нельзя. И это нужно дать ему понять. Настолько четко, откровенно, что он это понял. Потому что мужчина иногда просто не понимает. А вы считаете, что вы делаете все достаточно для того, чтобы, ну вот, мужчина считал вас другом. Ну и что касается дружбы, то здесь только в том, что есть мужчины, которые в дружбу между женщиной и мужчиной не верят. То есть просто они считают, что мужчина и женщина дружить не может, не могут никак. И вам необходимо в таком случае, если вы считаете, что дружба возможна, вам необходимо такого человека встретить, такого человека найти с таким мировоззрением, с таким отношением, такой позиции, которая бы соответствовала вашей. То есть, чтобы он, так же как и вы, считал, что дружба между мужчиной и женщиной в принципе возможна. И вот если у вас это получится, если вы такого человека встретите, то тогда вы сможете вступить с ним в нормальные дружеские отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.